снимаем новых родителей. Как назвали? Мы Яшка решили назвать. Яшка. Яшка, такой Яшка едет домой. Он очаровательный, очаровательный ребенок. Как вас зовут? Меня Нелли зовут. Нелли. Вот Нелли теперь новая мама. Да. Новая мама Яшки. А как он по росту? Ой, я думаю, что он вообще, он такой миниатюрный, что я не представляю. Так ему 4 месяца уже. Больше. Сколько? Ну я как зубы посмотри, по своему мнению, говорю, 4 месяца. У него 4 месяца. Зубы поменяли, по-моему. Да. Январский? Я не знаю, я по своему мнению, просто открывали, посмотрели. 4 месяца. Для 4 месяцев он крошечный. Просто. Он выглядит просто на... На полтора. Ну уже что вырастет, то вырастет. Ну, да. Нечего тут перебирать харчами. Нелли, что вырастет, то вырастет. В любом случае, он красавец. Я только что его снимала, и вы за ним приехали. Все. И он такой общительный, сразу бежит общаться. Ну все, ну, давайте же. Меня фотографировать, это мне все волосы в рот. Желаю вам удачи. Да. И тебе, Яшка, в новой семье удачи. Яшка, ты будешь счастливой домашней собакой. Давай, стол. Котя на тебя, выходи. Выходи, крохот. Ну что, заберете иди тогда? Сюда, даже сейчас испачкаетесь, конечно. Ну ничего страшного. Вы его все равно мыть-то, да. Иди сюда. Не бойся, сам не пойдешь. Иди сюда. Сам не пойдешь. Уже клешку придумали. Он боится. А можно ну, или он уходит? Берите, берите на ручки, прям берите, иди да. Иди сюда. Он немножко испугался, ну, конечно. Да, он, конечно. Ой, какой ну, красавчик. Не бой, крепче держите. Так. Держи перенеску. Ага, вот. Все. Лапу аккуратно заднюю. Угу. Лапочку. Уже кличку придумали. Какую? Руди? Руди будет у нас. Красавчик. Так что приезжайте, когда у нас выходные. Ну, короче, все. Спасибо все, вам удачи вам. Ждем да. Привета. До свидания. Хорошо.